В Ротальоне проходит региональный этап турнира по футболу среди юниоров 2005-2006 годов рождения. Ребята соревнуются за путевку на второй этап соревнований Южного федерального округа. Победители и призеры получат дипломы и общекомандные кубки, а лучший игрок – футбольную форму. Сегодня у нас проходят матчи в старшей возрастной группе проекта «Мини-футбол школу». Этот проект имеет статус общероссийского. У нас в Калмыкии сейчас проходит региональный отбор. Он проходит в четырех возрастных группах, поэтому будет очень интересно. Ну, основная цель соревнования – это развитие и популяризация мини-футбола. И развитие именно среди учащихся общеобразовательных учреждений. То есть под эгидой РФС и Ассоциации мини-футбола России. Проводим данный турнир после уже длительного перерыва, так скажем. Давно не проводили региональный отбор. И, так что наши победители, они отправиться дальше на третий этап соревнований. Это уже будет первенство ЮФО из КФО, проекта мини-футбола школу. Хочу поблагодарить все команды за участие, за проявленную волю к победе.